Атакуем. Зомби. О, все, у них сейчас будет битва, у них сейчас будет битва. Ребят, смотрите, битва, битва. Да ты серьезно, скелет, тебя там бьют, ты че? Тебе вообще пофиг, скелет, тебя там убивают. Скелет. Зомби красава, но теперь я тебя сожгу. Всем привет, ребят. С вами Отвикли. Господи, как же я давно это не говорил. Ребят, всем привет еще раз. Я не снимал видео целых 2 месяца. Я знаю, что это очень много. Вот. Ой, стоп, смотри, сейчас кое-что сделаю. Так, автомужик выключен, нафиг, потому что он не мешает. Вот. Ребят, я не снимал видео 2 месяца. Да, за это время на моем канале набралось 51 подписчик, а также на одном видео уже 500 просмотров. Вот. И, ребят, я очень-очень-очень перед вами извиняюсь. Я просто виноват, потому что не снимал так долго видео. Вот, ну и, собственно, сегодня мы начинаем новый летсплей по Майнкрафту. Ой, господи, нос заложен. Продолжаем. Я начинаю выживание, ребята, в Майнкрафте. В ванильном Майнкрафте на версии 1.13.1. Ребят, это, ну, относительно новая версия. Вот. И, как вы знаете, это Майнкрафт с вот таким вот водным обновлением. Да, ребят, теперь у нас добавилось куча всего под водой, куча всего над водой. Ну, не сказал бы, но для меня это новое. Все. Вот. И мы все это будем, конечно же, изучать. Вот, и да, да-да-да, ребят, я знаю, еще раз извиняюсь, что так долго не снимал эти тупые видео, потому что я решил сделать маленький перерывчик, но он затянулся на целых 2 месяца, вот. Лето уже давно закончилось, сейчас осень, уже холодно, да, вообще жесть полная, вот, и я начинаю снимать свой новый офигенный летсплей. Надеюсь, что он таким получится. Так, вот у меня вот сверху в правом углу такая вот штучка срубить дерево. Я знаю, что надо рубить дерево, но вот нафига они мне это сделали, вот. Так, что ж, давайте посмотрим, что у нас в округе. У нас в округе, как ни странно, блоки одни. Вот, а также, ребят, я немного приболел. Да, я болею, поэтому у меня голос может быть такой немного в нос. Я могу говорить, поэтому, ребята, заранее извиняюсь перед вами. Вот, какие же у меня задачи на этот сезон? И почему же я начал снимать выживание в Майнкрафте? Я же вроде до этого снимал различные мои приключения в деревне жителей. В общем-то, я оттуда ушел. Вот, и теперь я буду снимать летсплей. Ну, конечно, такие вот развлекательные видео, которые я раньше снимал, возможно, тоже буду снимать, но это, так сказать, маловероятно. Вот. Там есть волки. И овцы, и горы. Офигеть, какие там горы, ребят. Мы туда обязательно сегодня пойдем. Вот, и да, сейчас начнем рубить дерево. Так, нет, я хочу вот это большое срубить. Я хочу идти подальше из этой местности лесов и найти хорошую территорию для постройки моей базы. Я хочу разместить ее на, так сказать, пустой местности. Но я имею в виду, чтобы не было деревьев, всяких вот холмиках. Всяких холмиков, чтобы была такая большая местность и на ней построить офигенную базу. Ну и, конечно же, чтобы рядом было море. Вот, чтобы там я мог исследовать морские глубины, так сказать. Сейчас мы нарубим дерево и пойдем к той горе, про которую я говорю. Во, уже, ребят, ночь наступает. Вот я так долго записывал начало, просто капец. На самом деле, нет, я просто зашел на этот мир, немного побегал. Вот. Ну, вот здесь по окрестностям. И, как видите, я что-то забегался, и уже наступает ночь. Так, давайте, хочу срубить это дерево полностью, потому что нельзя такие большие деревья оставлять в живых. И поэтому мы его сейчас полностью срубим. Да? Давай, рубись. Отлично. Так, ну и на эту серию у меня в планах, конечно же, найти побольше железной руды. Если получится найти хорошую местность для постройки базы. Ну и, возможно, построить себе первое жилище. Потому что я не хочу быть бомжом. Да, хорошо сказал. Вот, а также, ребят, сразу говорю, в этой серии я не буду исследовать морские глубины. А как, кстати, у меня сложность стоит? Давайте посмотрим сложно. Я же люблю по хардкору все делать. Так, ну и нужно добыть вон тут последнюю древесину. Вот, давай. А, там еще дерево, отлично. Просто супер.
тем временем у нас уже почти полстака древесины. Там еще дерево. Что за дичь? Все, я устал, короче, убить тут древесину. Я хочу уже пойти к той горе. Ух ты, овечка. Так, давайте мы ее сейчас грохнем. Так. Сделаем верстак. Сделаем себе первый меч. Вот так, хоп, хоп, хоп. И, прости, овечка, но всем нужно выживать. Да, отлично, нам выпала шерсть, просто офигенно. Так, добываем верстак и пойдем к той горе, как я и говорил. Вот. Так. Что-то я не вижу никаких мобов. Ну, может, оно и к лучшему. Так, свинюшки, здравствуйте. Можно я вас потревожу? Так, хыть, хыть. Чё они меня подвисают немного, я не понимаю. Так, короче, это мы тоже курицу завалим. Так, свинюшки, здравствуйте. Здравствуйте. Так, получайте, получайте. Спасибо вам за мяско. Так, у нас уже есть какая-либо еда. Так, и там я вижу лаву. Ух ты. Так, и вон та гора, к которой хотел прийти. Так, и вот там вот я видел крипера. Это нехорошо. Так, и нам нужно поскорее отправляться в ту гору, добыть камни. И там, наверное, я и поселюсь. Так. Тут очень много еды, ребят. Это... Нельзя... Крипер! Я его слышал! Крипер! И скелеты! Вот, ребята, 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 быстрее надо валить, надо валить, надо валить. Так, 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 так. Нафиг, нафиг отсюда. Блин, ребята, фак, 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 фак. Фух. Овечка, здравствуйте. Так, нужно еще он туда быть. И мы сможем вроде сделать кровать. Так, получай. Фух, ребят, давно я, конечно, не играл в обычный ванильный Майнкрафт, ребят. Это достаточно... Ну нахер, я не хочу с ним драться. Так, давайте лучше отправимся вот на ту гору. Я хочу туда забраться, я не знаю почему, но я очень хочу туда забраться. Так, блин, он меня все-таки заметил, тварь. Так, я не хочу сейчас подыхать. Я только начал, ребят, пожалуйста, не трогайте меня. Я хочу пойти туда просто наверх. Пошел вон. Пошел вон, я сказал. Иди нафиг. Ух ты, собака, а. Да пошел вон. Даже еще лазить умеет, смотрите, ребят, офигеть. Я заработал достижение охотник на монстров, ребят. Я просто жесткий пацан. Блин, я сейчас сдохну. Надо валить отсюда нафиг. Так, дерево я так нифига и не добыл. Так, ну ладно, в принципе, тут немного осталось. Нам нужно сейчас срочно сделать какую-то печку и сделать себе немного еды, потому что... Ну как так, я сейчас сдохну, короче. Так, тут снег у нас. Все, и зомби, и коровы. Отлично, коровы есть. Можно у них взять немного кожи и мяса. Так, кто-то скелет меня не видит, это хорошо. Так. Ха! Ты ко мне не заберешься. Так, что я делаю? Быстрее нужно... Быстрее, быстрее, пока меня скелет не заметил. Нужно поскорее сделать кирочку. Вот так. И потихоньку, аккуратно залезть в эту шахту. И вот так вот закрыться. Так, давайте мы сделаем себе первую печку. Ой, что я делаю? Доблю мечом. Так, сделаем себе первую печечку и переплавим нашу еду, потому что без еды никуда. Так, делаем печку. Вот так, хыть-хыть-хыть-хыть, печка готова. Так, и нам нужно найти хотя бы какой-то уголь. Я думаю, что здесь должен быть уголь, потому что, ну, как бы гора, типа, алё. А почему здесь не должно быть угля? Здесь... Он должен быть по-любому. Вот сейчас вот я. Следующий бокс с вами будет уголь. Нет, нет угля. Хорошо, тогда ищем уголь. Так, копаю, пока что я угля не нашел. И я так подумал, я сделаю себе, пожалуй, каменную кирку, потому что ей будет гораздо удобнее копать. Так, крафтим. Хорошо. Каменная кирка есть. Что ж, давайте. Нужно найти уголь срочно. Ребят, вы представляете, я уже накопал стак булыжника, а угля так и не нашел. Вот что это такое вот? Просто посмотрите, какой я туннель прокопал. И угля до сих пор нет. Вы серьезно? Алло, где мой уголь? Я сейчас выкопаюсь на другую сторону этой скалы. О боже мой, ребят. Я копался около 5 минут и выкопался на другую сторону. И вон там уголь. Ребят, что за... Просто я мастер выживания. Так, и тут куча всяких мобов, поэтому не хочу сюда идти. Давайте мы вот это закроем и будем дальше... Искать именно в этой скале уголь, потому что там еще много мобов, я не хочу туда идти. Ребят, я копался, наконец-то я нашел уголь. И, кстати, тут вроде где-то было железо, когда я копал, но я на него не обратил внимания, потому что мне сейчас нужен уголь.
Так, отлично. Уголь есть, это уже хорошо. А вот и железка. Так, вам, наверное, сейчас ничего не видно, поэтому я скрафчу, пожалуй, факелов немножечко. Так, положу... Что? Ха. Смотрите, ребят, что в Майнкрафт добавили. Как бы раньше такого не было, то есть... Я имею в виду, чтобы в руки они были и освещали. Обалдеть, ребят. Я надеюсь, что у меня модов никаких не стоит. Вроде я ванильный Майнкрафт ставил. Надеюсь, то, что так и есть. Слушайте, это прикольно. Давно бы так сделали. Почему только сейчас до этого додумались? Ладно, дальше продолжаем копать. Я практически тут уже все выкопал. Я хочу забрать все, что тут имеется. И железо, и уголь, чтобы у меня было побольше ресурсов. Так, ну и отправимся мы наружу. Я переплавлю мое железо. А также переплавлю мясо. И пойду дальше. Все, задолбался копать, короче. Я пошел наверх. Так, давайте мы возьмем вот эти блоки. Диорит. И пойдем наверх. Так, андезит. Диорит, андезит. Сколько тут много? Так, отправляемся наверх и идем переплавлять наши руды. Да. Что-то мне кажется, то, что я нарушил правила Майнкрафта, то, что копал под себя. Ну и ладно. Типа, камон, кому это нужно? Так, все, отправляемся наверх. Уже утро наступило, кстати говоря. Загружаем уголь, загружаем в первую очередь еду, потому что я вообще давно не ел, так сказать. Посмотрите на факел. Вот, и давайте выкупаем себе путь наружу. Да, путь наружу. Так, солнце стоит с той стороны. Я, скорее всего, буду двигаться на восток. Туда вот. Да, пойдем на восток, почему бы и нет. Так, мне бы сейчас еще упасть отсюда и все, и сдохнуть. Так, отлично. Наконец-то еда. Фух. Можете теперь восстановиться и отправляться в путь. Так, сломаем. Нет, давайте я себе все-таки сделаю оружие немного получше. Это каменный меч. И сделаю, пожалуй, себе каменную кирку. Потому что так будет, конечно же, гораздо лучше. Каменная кирка. Вот так. Хоть. Так, что у нас по ресурсам? У нас есть древесина, железо, так, уголь, кстати говоря, булыжник, потом два яйца, белая шерсть, деревянные инструменты, которые мне уже, в принципе, не понадобятся, ну и различные мясные продукты, так сказать, да? Так, забираем это все. Давайте еще скрафтимся топор, пожалуй, потому что я буду рубить себе дерево для постройки моей базы. Но я еще, если честно, не представляю, как будет выглядеть моя база. Но я что-нибудь придумаю. Так, давайте возьмем мясо. Так, коровки. Я хотел вас убить еще пару минут назад, пока, когда была ночь. Так, вот теперь вы мне попались под горячую руку. Отлично, носить кожу и мясо. Это очень хорошо. Это меня, так сказать, радует. Это меня доставляет. Сколько я уже выражений сказал. Так, давайте хытью так не получилось запрыгнуть. Хорошо. Сломаем вот этот вот блок. Отправляемся наверх. Так, и у нас такое, так сказать, приключение в зимнем лесу. Так, я хотел пойти на восток, поэтому давайте пойдем на восток. В принципе... А, я там же видел уголь. Там есть уголь. Точно. Так, или ребят, я, наверное, не пойду за этим углем. Я, наверное, буду искать себе сейчас шахту. Так. Опа, там ламы. Или кто это? Это ламы, да, правильно? Давайте мы сломаем этим курицам их клювы. Вот так хыть. И пойдем посмотрим. Ух, сколько здесь коров, ребята. Это просто радость. Коровы, здравствуйте. Здравствуйте, коровы, иди сюда. Хыть, вот так вот хыть. Сколько у нас уже? 5 кожи есть, отлично. Так, вот так хыть. Так, а что сейчас у нас из ламы выпадает? Тоже кожа? Ну, я тогда их порешаю. Так, дефига себе, плюются, что ли? Обалдеть. Так, порешаем сейчас их. Так, тебя тоже. Я никого не оставлю из вам живых. Ах, не знаю, правильно я делаю или нет. Вроде их нужно убивать. Или приручать. Я вот в ламах как бы не очень шарю. Ой, там пещера есть, ребят, отлично.
Пойдем вот тогда вот в эту пещеру. Надеюсь, там она глубокая будет. Так, посмотрим. Сейчас заходим в пещерку, берем факел. Вот так вот. Я слышу уже зомби. Я слышу зомби. Так. Ну, конечно. Конечно, это просто какое-то жалкое подобие пещеры, ребят. Конечно. Так, вот здесь у нас уже получше ситуация. Воу-в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 оу. Так. Слушайте, это... Так, там вода. Надеюсь, что я попаду в эту воду. Давай так, хыть. Давай, хыть. Офигенно. Воу, сколько вас тут, ребята. Обалдеть, сколько их там. Так, все. Ну, давайте вот так прокопаемся сейчас. Немножечко. Так. Добудем железо. И... Так, попробуем сейчас кого-то завалить из этих чувачков. Надеюсь, я не сдохну. Вот скелет, потому что очень жесткий. Так, 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 так. Сейчас, короче, будем делать щит, потому что сражаться со скелетами без щита это просто, просто жесть. Так, сейчас себе сделаем быстренько, быстренько броню, щит и пойдем убьем этих монстров, потому что их очень много, а мне нужно пробираться, так сказать, дальше. Так, и тем не менее, у нас уже 6-й уровень, ребят, это очень даже хорошо. Так, нужно пока переплавиться железо. Так, я выходил из Майнкрафта, и когда зашел, у меня какая-то ошибка OpenGL, ребят, я вообще не знаю, что это. Если вы знаете, то напишите в комментариях. Вот, и... У нас пока что 4 железа всего лишь. Так, а мы, кстати, тем не менее, получили достижение. Кое железо, пока горячо. Да. Так, давайте посмотрим, что у нас там по достижениям. Стоп, что у нас... А, отлично. Так, давайте мы откроем мир листи. Что пока мы были в паузе, у нас, так сказать, печь плавила. Так, ну давайте посмотрим наши достижения. Так, обновка, какое железо. Дресс-код. Так, нужно нам сделать щит. Так, ну естественно, я буду все эти достижения выполнять. Так, у нас тут даже достижения с новым обновлением, вот морским. Это метнись трезубец в цель. Попасть в... Бросак. Примечание. Выбрасывать единственное оружие — это не лучшая затея. Офигенно. Так, все, отлично. Нас вроде хватает на щит. Из чего он делается, правда, я не помню. Так, щит, 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 щит. Щит. Нам нужно еще дерево. Вот так вот, хоть, хоть, хоть. И щит готов, ребята, все. Отлично, у нас есть щит. Сейчас подождем, пока переплавится остальное железо. Я себе сделаю, конечно же, броню, потому что... Ну, хотя бы начальную броню, потому что, ну, без брони я не хочу идти на монстров. И нам дали, кстати, достижение дресс-код. Или дресс-код. Хз, честно. Так, сколько у нас там? Еще 2 железка. И... Можем сделать себе шлем. Так. Можем, да, сделать себе шлем. Сейчас подождем, пока еще у нас переплавится одно железко. Это мы все срубим и пойдем на монстров. Так, так, хыть, 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 все готово, ребята, погнали, разобьем им лица, ой, так сделаем, погнали сейчас, короче, нет, нужно щит поставить в эту руку, сейчас сломаем это все, ребята, и пойдем, будем просто их мочить, так, выходим, вот так вот я теперь эпично выгляжу, ну что же, погнали, давай, нападай, хыть. О, нет, крипер. Фух, хорошо, что я себе сделал щит. Так. Давай, попади. Атакуем. Зомби. О, все, у них сейчас будет битва, у них сейчас будет битва. Ребят, смотрите, битва, битва. Да ты серьезно, скелет? Тебя там бьют? Ничего? Тебе вообще пофиг, скелет, тебя там убивают. Скелет. Зомби красава, но теперь я тебя с одного удара убью. Так, теперь мы смотрим, что у нас по пещере. Давайте мы себе сделаем еще палочек. Так. Сделаем... Сколько? 36 факелов, отлично. И пойдем в пещерку. Так, есть железо, ребята, отлично, железо. Это очень-очень круто. Железа мне понадобится достаточно много. Вот, ну и в скором времени, когда я построю первую базу, это будет достаточно скоро, я думаю, то я начну сразу же строительство фермы железа, потому что я намерен просто ее построить.
Я очень хочу построить ферму железа огромную, даже, возможно, несколько ферм, только нужно, чтобы они располагались на 90 блоков друг от друга вроде. Ну, кто знает, те, кто знает, как строить ферму железа, те, наверное, меня понимают. Вот, ну и сейчас мы, естественно, добудем этот уголь. Я не знаю, у меня угля уже достаточно много, 44 штуки. Нет, немного, давайте еще добудем. Так, ну и серия у нас уже достаточно длинная получается. Ребят, смотрите, тут проходик есть, отлично. Слушайте, это прикольно. Так, я говорю, серия у нас достаточно длинная получается. Я не знаю, будет она, скорее всего, идти минут 20. Вот, может и даже и больше. Как бы для начала это, думаю, сгодится. Я вообще хотел делать серии по 10-15 минут, но я думаю, это будет мало для вас. Поэтому я, скорее всего, буду делать серии по 20-25 минут. Ну, минимум, скорее всего, у меня будет 15. Так. Офигеть. Офигеть, ребята, смотрите, тут еще пещера идет. Я там не успел все обследовать. Тут еще пещера идет. Слушайте, ребят, давайте я сейчас обследую все наверху, а потом спущусь сюда, потому что тут, ну, действительно много ресурсов можно, ребят, раскопать. Может, даже найдем сейчас алмазы, ребят. В первой серии можно найти алмазы. Возможно. Я еще не знаю. Так, лава нужно аккуратно пройти. Так, и что здесь? Опа. Давай, давай, пробуем убить. Крипер. Ха, жалкий. Вот щит — это реально офигенная тема, ребят. Я вот щит просто обожаю в Майнкрафте. Он так спасает меня в порой в некоторых ситуациях. Так, я слышу лаву. Это, скорее всего, та лава, где мы пробегали. Кстати, на какой мы сейчас высоте находимся? Мы находимся на 55-й высоте. Ну, нужно спуститься еще пониже, и, возможно, мы найдем алмазы. Возможно, там шахта углубляется и идет прямиком к алмазам, ребят. Если это так, то это, конечно, будет очень круто найти алмазы в первой серии. Ай, блин, меня чуть не завалило сейчас этой хренью. Хорошо, так, отсюда мы уходим. Факела мы забираем, конечно же, потому что, ну, смысл их тут оставлять? Просто камон, зачем их тут оставлять? Так, еще у нас есть блоки. Так, ага, вот еще лава. Так, ну, я не знаю, даже идти туда или нет. Давайте мы туда не пойдем. О, железо, железо, ребят, отлично. Еще железо нам, конечно же, не помешает. Так. Так, забираем еще факелов и все, отправляемся, ребята. Дальше. Я пойду сейчас, скорее всего, вниз. Надеюсь, что там шахта не будет заканчиваться, потому что я хочу побольше побегать в ней. Так, вот наверху у нас. Чуть-чуть у нас наверху. Так, еще факела. Так, вот здесь у нас еще есть углубление. Там идет выход вроде наружу, да? Давайте здесь побегаем тоже, посмотрим, что здесь у нас есть. Так, у нас тут есть тупик и железо, ребят. Отлично, еще железо есть, отлично. Так, одно, правда? Ну ладно, зато есть уголь. Да, уголь у нас уже идет на второй стак. Это хорошо. Все, забираем факела, уходим отсюда. Так, и что же у нас по ресурсам? Ну, ресурсов мы достаточно нормально добыли уже в этой серии. Так, ну теперь отправимся вниз. Это же сюда мне. Ух ты, ёп, так. Ребята, готовы к бою. Ага, вот. Смотрите, просто как изи получается. Скелеты просто сами с собой дерутся. Я вот обожаю смотреть. Я всегда, кстати, болею за право скелета. Я думаю, что он выиграет. Да, красава. Так, ну теперь я тебя с одного удара порешаю. Так. И да, ребят, идет все-таки углубление. Отлично. Возможно, мы там как раз-таки найдем алмазы. Так, еще залежа железа. Отлично. Так, и надо мне добыть свои первые алмазы. Скрафтить алмазную кирку. А не, сначала, конечно же, я сделаю стол для зачарования. Потом сделаю кирку на удачу. И буду искать себе алмазы. Чтобы сразу же, уже где-то, скорее всего, к пятой серии, возможно, это не точно, иметь алмазную броню. Скорее всего, если у меня все получится. Так. Давайте мы себе скрафтим еще киргу, потому что... Ну, что за фигня, ребят, у нас как бы... Ломается кирка уже. Так, отлично, все. Забираем верстак, и у меня уже не хватает места, ребята. Что нам делать, что нам делать? Нужно как-то исправить эту ситуацию. Так, я сейчас, конечно же, побегаю, поищу какие-либо еще ресурсы. Если не найду алмазы, то, скорее всего, буду заканчивать на этом серию. Побегаю еще где-то минут 10. Вы не все увидите из моих приключений по шахте этой. Но я буду оставлять самые интересные моменты, где я добываю руду. Да, это очень интересные моменты. Но, тем не менее, ребята, тем не менее. Также, ребята, напишите в комментариях, установить ли мне шейдер на выживание ванильное, чтобы не так скучно было, так сказать.
потому что я очень люблю шейдеры. Я думаю, то, что вы тоже не будете против их установки. Ой-ой, пропустил удар его. Давай. Так, я понял то, что можно наносить два удара после его выстрела. Скелета. Так, давайте мы тут закроем все. Воду. Так, и... Что у нас тут есть? Вот, тема кирка. Так. Так, идет еще одно углубление. Ребят, я очень хочу найти сейчас алмазы. Надеюсь, то, что мне получится это сделать. Так, здорово. Ребят, есть просто огроменная шахта. Я просто люблю эту шахту. Она огромная просто. Так, и... В ней мы можем добыть много ресурсов. Только вот меня сейчас могут убить. Давайте мы будем поаккуратнее сражаться. Вот маленький зомбик, он меня бесит. Наконец-то он сдох. Так. Так, ребят, я там вижу лаву. Мы на какой высоте? Мы на 32-й высоте, ребят. Нам нужно еще вниз спуститься. Да, ребят, там еще есть углубление. Слушайте, я уверен, что тут есть где-то алмазы. Я вот просто в этом уже уверен. Так, там ко мне никто не спускается. Все. Главное мне сейчас не сгореть. Так, берем эти блоки. Аккуратно. Строимся. Вот сюда. Так. Мы на какой сейчас высоте? Мы на... Как раз на 11-й высоте, ребят, тут есть алмазы. По любой тут есть алмазы. Так, мы сейчас ископаем тут все. И буду именно вот здесь вот я сейчас искать алмазы. Потому что найти алмазы в первой серии, это будет, конечно же, очень-очень круто. Я никогда вроде не находил алмазы так быстро. Но давайте мы попробуем это сделать. Почему бы и нет? Так, ребята, уже я нашел редстоун. И золото, ребят. Отлично. Но мне нужны алмазы. Так, давайте я сразу же сейчас уберу щит. Так, это тоже уберу. И сделаю себе, знаете, что сейчас? Я себе сделаю железную кирку. Так, я так не загорится, надеюсь. Так, сделаю себе железную кирку. Так, нужно переплавить вот здесь вот наши вещи. Вот это отлично переплавляем. И иду искать алмазы. Вот где-то они здесь должны быть, ребят. Я вот прям уверен. Так, еще золото. Почему здесь не находиться алмазы? Тут пока что нифига нету. Так, там я прокопал. Сейчас посмотрим отсюда. Нет, там тоже нет, ребят. Ну что ж такое? Блин, где они? Черт. Так, так, вот отсюда я пришел. Главное сейчас не упасть в лаву. То, что если я упаду в лаву, то это будет эпик фейл. Просто будет эпик фейл. Так. Отлично, забираем вот это. Сейчас себе делаем быстренько железную кирку. Так, вот так вот, вот так. Хыть, хыть. И доделаем себе броню. Отлично. Все, у нас есть полный сет брони железной. И нужно, ребят, искать алмазы. Просто сейчас я должен их найти. Так, ребят, нашел еще редстоун. Я вообще алмазы никак не могу, к сожалению, найти. Думаю, то, что в этой серии у меня не получится таких найти. Но я был достаточно близок к их нахождению. Что ж, я отснял уже достаточно много материала, практически на две серии, но это будет все-таки одна серия, первая, так сказать, вступительная серия. И да, ребят, все-таки я, скорее всего, не найду алмазы в этой серии, но ладно, ладно, значит, не судьба. Значит, найдем во второй серии, это уже 100%, я прям гарантирую, что в следующей серии я уже найду эти чертовы алмазы, и мы их добудем. Мистер Зомби, вы не знаете, где алмазы? Так, нашел уже я свой же туннель. И, ребят, вот, да, все. Ладно, ребят, не нашли мы все-таки алмазы в этой первой серии, но я не так уж и расстроен, потому что это все-таки первая серия, и думаю, уже в следующей серии мы 100% найдем алмазики. Скорее всего, уже построим портал в ад. Ну, в общем, увидимся, ребята. На этом все, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также, ребят, не забывайте вступать в мою группу ВКонтакте и добавлять меня в друзья ВКонтакте. Переходите по ссылкам в описании, ребята, все есть в описании. Ребят, а я не прощаюсь, а говорю вам до новых встреч.